преддверии прощенного воскресенья подарком для жителей поселка Хиславичи стал концерт ансамбля казачьей песни «Вольная станица». Песни в исполнении артистов приходятся по душе каждому. В них ощущается сила казачьего духа, веселье и свобода. Концертные номера сопровождались показательными выступлениями с шашкой и танцами. Также на мероприятии звучали инструментальные пьесы в исполнении смоленского ансамбля русских народных инструментов. Более 50 зрителей пришли насладиться музыкой и казачьими песнями. Коллектив «Вольная станица» уже не раз выступали на сцене Центра культуры поселка Хиславичи. Но с таким большим и сольным концертом приехали впервые. Замечательно еще то, что живой аккомпанемент был, что оркестр присутствовал, и зрители наши, не избалованные этим, были очень довольны именно таким объемным живым исполнением и живым аккомпанементом. В завершении мероприятия жители поделились своими яркими впечатлениями. Очень понравился концерт. Такое редко видим. Спасибо. Почаще к нам такие коллективы надо, чтобы приезжали. Незабываемые. Просто мы в таком восторге идем и поем песню. Люба, братцы, Люба. Хорошо отдохнули, спасибо вам большое. Безусловно, такие эмоции и искренняя благодарность – это главный подарок для творческих коллективов. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.